Всем привет, с вами Сергей Чураков, и сегодня я буду рассказывать про новости, про промоушен. Промоушен заключается в следующем. В честь десятилетия компании Access на рынке компания выпускает новую криптовалюту. И до 31 мая есть возможность получить эту криптовалюту бесплатно, в подарок. Как это сделать? И какие способы, я вам сейчас буду рассказывать. Итак, для того, чтобы узнать все новости, заходите на официальный сайт access.com, дальше залогинились, дальше нажимаете раздел объявления и переходите в раздел объявления. Давайте чуть увеличу. На первой странице вы видите сейчас iPhone 3.0. Это телефон производства Asus совместно с Access, то есть под брендом Access. Тот же самый телефон компании Asus, только полноценный, а не то, что вы можете приобрести в любом салоне связи в России. В России такие телефоны, к сожалению, не поступают. Только обрезанные версии любого телефона. Независимо, какая модель, какая марка. Это может быть iPhone, это может быть Samsung, LG. Все в России обрезанное. Здесь вы получаете полноценную версию смартфона с поддержкой флешек до 2 терабайт. В России таких телефонов нет. В России флешки поддерживаются максимум до 256 гигабайт. Любые модели, любые бренды производят. Вот, полноценные телефоны в России не поступают. Только Access может поступать. Только через Access вы можете приобрести напрямую полноценный телефон. Причем легальным способом, а не тот, который, допустим, можете приобрести через Китай. Через Китай можно купить что угодно, и, соответственно, будет качество, и, соответственно, никакого сервиса. Здесь вы еще получите гарантию на обслуживание. Мало ли что случится с телефоном. Вы придете в любой сервисный центр компании Asus, и, пожалуйста, вам отремонтируют. Итак, это было вступление, и теперь давайте разберем, какие же возможности дает нам компания для получения криптовалюты. Листаем чуть ниже. То есть бонус 10-летний юбилей. К 31 мая 2018 года вы должны быть полностью квалифицированным консультантом или выше. Вам нужно иметь активный набор для продаж и как минимум $10 30-дневного PSV. Что это означает? Активный набор для продаж приобретают только партнеры компании. Он стоит $59.95 в год. И минимум за $10 за приобретение любого продукта. А как узнать, что у вас есть набор для продаж или нет набора для продаж? Приобретенного или нет? Заходите на официальный сайт, кликаете вот на эту кнопочку Access Marketing. И если вы попадете вот в такой расширенный аккаунт, личный кабинет, значит, у вас приобретен данный продукт. Если вы кликните на эту ссылочку и вам будет предложено приобрести, приобретаете за $59.95 набор для продаж, и после у вас появится доступ в расширенный кабинет. Следующее условие для выполнения – это минимум за $10 что-нибудь приобрести, то есть 30-дневного PSV, персональные покупки. За $10 можно приобрести что-нибудь из продуктов следующих. То есть это может быть GameSmart, это может быть Access eSport, это может быть Discovery, так, Webcast Pro можно за $10 взять, Shop Pro за $10 и VideoMeet. Все, все остальные продукты вы не приобретете за $10, там просто не представлено такое. Следующее условие за 2016-17-18 годы. То же самое, быть полностью квалифицированным консультантом и как минимум 3 месяца или год иметь 300 персональных покупок, чтобы получить 100 eBay за год. За года с 2008 по 2015 год вы должны иметь как минимум 300 персональных покупок, и чтобы получить 100 eBay за этот год. Так, бонус 10-летний юбилей будет добавлен в дополнение к консультантскому бонусу лояльности и к бонусу лояльности для участников клуба учредителей.
Значит, что такое клуб учредителей? В прошлые годы у нас компания делала клуб учредителей, и это было сделано для того, чтобы дать возможность участникам приобрести акции компании со скидкой. В ближайшее время компания планирует выйти на IPO, и как только данное событие произойдет, мы сможем приобрести акции компании уже со скидкой. Но со скидкой могут приобрести только участники, участвующие в клубах учредителей прошлых лет. А клубы учредителей больше сейчас их нет, поэтому кто раньше встал, того и тапки. А всем я говорил, что будет такая возможность. Кто воспользовался, тот получит дополнительные плюшки. Дальше. Следующий способ получения криптовалюты – это приобретение eSport игровых пакетов. То есть за 1000 долларов, если вы приобретаете игровой пакет eSport, вы получаете 1000 eBay бесплатно. А если вы приобретаете на 2000 долларов игровых пакет, вы получаете 2000 eBay бесплатно. Как это сделать? Значит, кликаете на официальный сайт, залогинились, кликаете раздел «Продукты», переходите. Так, продукты. Пусть пока загружается. Акция вступает в силу с 24 марта и продлится до 31 мая 2018 года. 17 апреля 2018 года есть возможность купить вышеуказанные eSport пакеты частями в течение 48 часов. То есть вы можете скомбинировать и несколькими частями приобрести. Дальше 30-дневные пакеты eSport и топ-ап покупки не участвуют и не считаются в этой акции. Итак, загрузился сайт, где находятся все продукты, которые мы можем приобрести. Выбираем игровые пакеты eSport, eSport Game. В данном случае в акции участвует пакет за 1000 долларов и пакет за 2000 долларов. Нажимаем, допустим, на какой-либо пакет, допустим, пакет за 2000 долларов. Здесь описание. С правой стороны нажимаете в корзину. Один продукт приобретен. Приобрести. Дальше. Здесь видите цену. Видите всего и нажимаете, если вы хотите что-то еще дополнить, нажимаете продолжить покупки. Если вам не вы остановились на выборе, нажимаете кнопочку оформить заказ. Кликаете оформить заказ. И сейчас откроется страница со способами оплаты. Какие способы оплаты? Это может быть кредитная карта, это может быть кошелек e-wallet, это может быть Union Pay. Например, у вас есть кредитная карта. Кликайте на кредитную карту, зарегистрировать новую карту, если вы никогда раньше не регистрировали карту. Возможно, она у вас уже будет зарегистрирована, когда вы приобретаете набор для продажи 5995. Дальше пишите номер карты, код безопасности на оборотной стороне карты, пишите действительно карта до такого-то числа, имя владельца и фамилию владельца. С правой стороны смотрите, за что вы приобретаете, и нажимаете «Посмотреть и продолжить». И дальше на следующем шаге вы приобретаете данный продукт. После приобретения на почту вам придет чек о том, что вы приобрели конкретный продукт. Если вы приобретать будете смартфон, либо планшет, либо умные часы, либо вот такие вот наушники, то есть любую технику, то есть вот у меня, допустим, умные часы приобретал, то надо еще указать адрес. Адрес, по которому будет доставлен данный товар. Это внимательно указывайте адрес. Ошибетесь, значит, ваш товар уйдет куда-нибудь не туда. Так, следующая новость. Следующая новость. Значит, бонус лояльности для всех участников клуба учредителей. Вы получите сумму eBay, равную 10% вашего PSV, включая топ-ап и ежемесячную подписку с 1 января по 30 апреля 2018 года с максимальным лимитом в 1000 eBay. То есть, если вы
приобретали пакеты eSport и играете, получаете деньги с оборота компании, а у вас каждый день идет PSV, то 10% от оборота PSV у вас пойдет в счет начисления вот этой криптовалюты eBay. Также в этом участвуют ежемесячные подписки. То есть для того, чтобы получать деньги каждый день, нужно иметь активность. Это может быть $10 либо выше за приобретение любого продукта. И последний способ получения криптовалюты – это приобретение смартфона. Новый смартфон вышел совершенно недавно. То есть любой участник, который приобретает iPhone 3.0 с 15 марта по 31 марта, получит... по 31 мая получит бесплатный eBay. Значит, приобретите iPhone 3.0 5,5 дюйма 64 гигабайта и разработанный компанией Asus за $500, и вы получите 500 eBay. Если вы хотите, чтобы внутренней памяти было 128 гигабайт, приобретайте смартфон за $600 и получите 600 eBay бесплатно. На этом все. Как приобрести, я вам рассказал. Что с этой криптовалютой делать, в дальнейшем мы узнаем. Я вам покажу свой кабинет и покажу, где у меня начислена эта криптовалюта. Нажимаю мой аккаунт, и появилась вот эта кнопочка «Баланс eBay». И вот здесь у меня 276 вот этих eBay. Кликаю сюда. Ввожу секретный пароль. Так, ну допустим, 18, так, допустим, будет так. Два раза по 138 вот этих единиц было начислено. Это консультант бонус лояльности и за участие Founders в клубе учредителей. То есть за участие в клубе учредителей, в общем, получается. То есть два раза мне было начислено. Итак, если вам все понятно, значит, регистрируйтесь в компании. Для регистрации укажите ID-номер того человека, который даст эту информацию. Под видео будет ссылочка на регистрацию. Как зарегистрироваться, также будет видео. Ссылку на видео я размещу под этим видео. Дальше. Постучитесь в группу. У нас есть группы в Фейсбуке. Ссылка на группу будет под этим видео. Дальше. Есть еще группа в ВКонтакте. Ссылка тоже будет под этим видео. Есть еще официальная страница корпорации Access Live. Вот здесь. Можете подписаться на эту страничку. Здесь, конечно, все ведется на английском языке. То есть, если здесь и здесь вы будете читать новости только на русском языке, ну, в Фейсбуке еще на английском, потому что там иностранных партнеров очень много, то на официальной странице только на английском языке. А так компания вообще поддерживает несколько языков, и среди них официальный является русский язык. Понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал. Регистрируйся в компанию, приобретай смартфон либо другие продукты, чтобы получить криптовалюту в eBay в подарок. С вами был Сергей Чураков. До скорых встреч. Всем пока.